Здесь, на Молодежной 42, владельцев ракушек о предстоящем вывозе предупредили за полторы недели. Часть собственников решила сделать это самостоятельно. Кто-то сдал свой гараж на металлолом, кто-то отправил на дачу. После эвакуации с этой площадки уберут мусор и спланируют открытую парковку на 50 машиномест. Данная площадка будет не закрытая, бесплатная. Вот, после вывоза всех гаражей и благоустройства на следующий год мы будем уже планировать ее в асфальтобетонном покрытии и с нанесением разметки. Как только мы эти гаражи вывезем, соответственно, сразу же в течение недели мы мусор уберем и постараемся завести крошку, для того, чтобы народ не возмущался и уже поставил на чистую территорию свои машины. Всего на этом этапе до сентября из дворов запланирован вывоз 127 гаражей. Кстати, в ходе торгов по контракту его стоимость снизилась вдвое. Сэкономленные средства, а это почти 500 000 рублей, будут израсходованы на те же цели. Жители расстаются со своими ракушками без особого сожаления. Зимой, да, невозможно почистить проезды, с колясками идешь к подъездам, пройти невозможно. Поэтому, конечно, я за такую ситуацию, потому что как-то надо расчищать улицы, наводить порядок, однозначно надо. В прошлом году из города было убрано около 180 таких металлических пеналов. В этом запланировано к вывозу почти столько же. Во дворах после эвакуации останется еще примерно 500 гаражей. В основном те, чьи владельцы имеют серьезные проблемы со здоровьем. Мы должны понимать, что в гараже еще есть и те люди, которые с опорно-двигательным аппаратом, которые это инвалиды. И мы эти гаражи оставляем и выбираем совместно с этими жителями, выбираем место для того, чтобы на этой именно парковке, выбираем место, где он будет стоять, не в ущерб ни в коем случае инвалиду, для того, чтобы мы заезжать, и не в ущерб людям, которые будут здесь парковаться. Люди к этому относятся адекватно, то есть если гараж один на целой парковке останется полностью под инвалида, люди адекватно к этому относятся. На уровне области еще несколько лет назад была поставлена задача по увеличению числа парковочных мест. И вывоз гаражей ракушек – один из самых действенных способов ее решения. Не стоит забывать и о том, что подобные ракушечники почти всегда способствуют возникновению свалок и являются прибежищем неадекватных компаний. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».